молодой человек должен пройти школу армии, потому что это школа жизни, школа мужества. Когда первый призыв пошел, поговорили, сын сразу сказал ВДВ, ну, как бы, чтоб поближе, как сказать, чтоб все это прочувствовать, что ли, потому что ВДВ все-таки это особый вид войск, тем более огневая и все остальное здесь на уровень, на порядок выше, чем, ну, в сухопутку в той же, это понятно. Поэтому, тем более, сбылась мечта, он говорил, я хотел с пулеметом. Через неделю звонит, пап, я, говорит, с пулеметом, я получил пулемет, все, штатный пулеметчик, мечта сбылась, так что все нормально, я считаю, то, что хотел, то, что он сам думал, все это сбылось. Год прошел как-то и заметно, и как-то незаметно. В плане были и тоже, как любой родитель, переживаешь, думаешь, хотя я сам военный, но в первую очередь я отец, а военный я уже попозже. Так что, ну, в общем, мы рады, поэтому сегодня такой день знаменательный для нас, 5 октября. Я отслужил, эмоции через край просто, не знаю даже, что сказать на самом деле. Буду вспоминать своих товарищей, с ними свяжусь обязательно, сейчас найду их во всех соцсетях, будем также связь поддерживать в дальнейшем. Служба прошла очень интересно, ощутимо год прошел, не просто пролетел, на самом деле лично для меня год прошел прям насыщенно, с начала до конца прям, как вот и с РМС-а также сразу начали учить, тренироваться, так и вот до конца прошли. Стрельба, все учения, все максимально было интересно, круто. Когда прыжки совершали, эмоции было через край, сначала страшно очень было, потом уже, когда на земле, все, уже очнулся нормально. Поэтому десантников бывших не бывает. ДШВ, Алга!